Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Shadow Fight 3. У нас глава 7, часть 2, легко. Госпожа теней, это сюжет. Прорвитесь через рынок ко дворцу. Уровень сложности легко. Так, но есть еще одно задание, эксперимент. Это у нас босс дня. Ну, я думаю, что мы пойдем вначале на сюжеточку. Давайте посмотрим, кто здесь нам достанется. Что за боец, в конце концов. Ну давай ты прогружайся, так вот 1000 лет ждать приходится. Раунд первый. Разведчик Капрала. Хм-хм, начали. Ага. Губешки-то раскатил, парень. Тихо! Ну так нечестно, браток, так нечестно, согласись. А? Всыпали ему? Да, конечно. Гудбай. Опа. Вот тебе и гудбай. Да ты заколебал, ну серьезно, сколько можно-то? Все. Отлично. Первый раунд за нами, но это еще не конец. Я надеюсь, он без психов сейчас будет, а? Ну что, опять начинаются какие-то подлагивания. Так, раунд 2. У нас теневой удар есть. На-ка, парень. Нифига я у него там отнял. Все, друзья мои, на изи прошли его, даже не поморщились. Ха. Сосунок этот капрал. Идеальная победа, он даже удара не нанес мне. Так, что мы с тобой получим? Ага, немножко опыта. Скоро будет 24 уровень у нас. Ну и зарабатываем, конечно же, немножечко монет с вами. Так, карточки. Ого. Так, новый предмет и улучшено у нас кое-что. Бола, ты не сказал что-то важное о Мойре? Объясни, кто она? Говорит Иту. Мойра, отреченная, я видел ее однажды. Тень, надеялся, что я вылечу ее от теневой твари, которая в ней жила. Погоди-ка, отреченные, я помню, кто это. Это члены королевской семьи, которые не наследуют престол, и их... Да, их изолируют и растят как фанатиков. Мойра и так-то была не в себе, а потом она коснулась сферы. Чувствуешь, куда я клоню? Нет, не чувствую. Куда ты клонишь? Но нам, видимо, с тобой нужно продолжать. Тут так красиво и так хорошо пахнет. Это место не может быть правдой. Здесь были только разбитые стены. Я схожу с ума. Нет, Джет, все нормально. Проклятие, Джет, не поддавайся этим мыслям. Нам нужно, чтобы ты нормально соображала. Я и сам будто вижу миражи. Это Маркус? Болла, это ты? Я сказал, что это ты. Ты снова это сделал, не так ли? Ты снова погрузил меня в этот кошмар? Маркус уже, он как выглядит. Эти трое твои сообщники, Бола, и я буду убивать их по одному, пока ты не выпустишь меня отсюда. Так, забытый герой, отбейтесь от Маркуса. Ну, давай посмотрим, что нам сделает Маркус, или что сделаем ему мы. Раунд 1. Что это с ним? Что он заглючил-то? Эй, Маркус, хорош лагать. Получил? Слушай, ну он какой-то ватный здесь. Воу-воу-воу. Да расслабься ты. Что ты творишь, а? Чудо в перьях. На тебе. Да, Маркус оказался сосунком. Но у нас уровень сложности легко, поэтому, ребят, сами понимаете. Давай второй раунд. Сейчас быстренько его накумарим. Ну и продолжим. Будет он убивать по одному, ты посмотри на него, а? Начали. Опа, вот это начало, друзья мои. Так, теневуха у меня, что он, капканчики тут ставит. Мы тоже тогда сделаем. И, давай-давай, иди-иди. Твою ж налево. Все, сейчас еще ударчик и крышечка ему. Да, Маркус тоже оказался ватным. И это хорошо. Так, давай посмотрим, что нам дадут. Опачки. Уже половина 24 уровня мы с тобой накопили. И что нам здесь выпадет? Ага, новый предмет. И улучшенные доспехи. Вы оба кажетесь знакомыми. Подойдите-ка ближе. Иту, потомок тени, вы здесь? Это не сон?
Я примчался сюда, чтобы предупредить о нападении тени, и мне навстречу выбежала Мойра. Я велел ей... Я не помню. Мойра закричала, и все, будто солнечный удар. Слава старейшинам, вы здесь. Быстрее, мы должны сообщить Джун, что... Маркус, остановись, тень действительно напал на династию. Это уже произошло, династия погибла 10 лет назад. Ха, зашибись. 10 лет назад, ну что, до сих пор еще пока легко у нас. Что же это получается, неужели? Неужели опять временная петля? И я был ее причиной? Или это опять ты сделал, Бола? Не ты, не я, это Мойра 10 лет держала невидимый барьер между дворцом династии и остальным миром. Потрясающая сила. Свистишь ты, Бола, все. Мойра своей волей создала купол с параллельной реальностью. И сейчас он рушится. Видимо, Мойра вышла из 10-летнего транса. Легион дышит нам в спину. Давайте поскорее разберемся с этой несговорчивой охраной и найдем Мойру. Утопия, да, значит, заставить охрану дворца расступиться. Вот это я люблю делать. Раздавать, как говорится, люлей. Shadow Fight 3. Ну почему так долго грузится, а? Дворцовый стражник. Тихо. Блин, я не люблю вот этот вид оружия, который у него. Давай, давай, Минка. Ждет тебя, родной. Слушай, ну до сих пор же и изи получается, да? Да ну хорош. Да завязывает уже. Вообще ничего не дает сделать, а ты посмотри на него. Но, тем не менее, мы все-таки его нахлобучили. Нормуль, мне нравится. Отдыхает, но это был только первый раунд. Приступаем ко второму. Ну давай, давай, появляйся уже, ё-моё. Думает там 3 часа. Так, у нас нет, теневухи пока нету. А вот теперь накопили. Зачем посраки-то так давать, эй? Ты... Птенчик. Воу-воу-воу-воу, на-ка. Неплохо, совсем неплохо. Так, успеем еще разок? Да. Даже не дали ему подойти к нам, друзья мои. Победушка. Жалко, что не идеальная, потому что посраки мы все-таки получили. И что же нам? Ну вот, еще бой, и 24 уровень будет у нас в кармане. Немножко денег заработали. Так, и карточки. Вау. Эпический шлем мы все-таки с тобой заработали, да? Это хорошо, это всегда радует. Иту, Маркус, и ты, мой друг, вы здесь, значит, вы уже знаете. Я так рада видеть вас, и папа был бы рад. Я в порядке, Джун, вот она радость наша. Папа умер спокойно, во сне. Простите поведение моей охраны, они не знали о вашем прибытии. Через час моя коронация, пойдемте. Что с вами? Почему у вас такие странные лица? А это точно мы к тебе пришли? А может быть, наши двойники? Так, уровень сложности уже повысился. Если это правда, то, что тень уничтожил династию, я должна увидеть своими глазами мою страну. Прямо сейчас. Твоя страна перед тобой. Я — это все, что осталось. Пока ты пила из золотых кубков и играла в шахматы, мы все погибли. Мои братья защищали эту девочку. Мы ели крыс и жуков. Мы дохли от болезней, а она оберегала вас, аристократов. Ничего, императрица, сейчас ты узнаешь нашу боль. Я заставлю тебя узнать ее. Я принесу тебя в жертву пустоши. Джет, потише. Помешайте Джет напасть на Джун. Оу, мы будем против Джет драться. Получается так? Интересно выходит у нас тут. Ладно, давай посмотрим. Ну, грузись ты быстрее, ну ё-моё. Раунд первый, точно, Джет. Ох ты, ну ничего себе у тебя там клиночки. Так, не забывайте, что уровень повысился сложности. Ох ты. Это что-то новенькое, роднуля моя. Так, погоди-ка. Ать, немножечко промахнулись, на-ка. Друзья мои, пол хп отняли уже. Ну иди сюда, Джет. Да что ж ты будешь делать, а? Она перепрыгивает просто. Ладно, кузнечик. Посмотрим, кто кого. Отлично, хорошо. И добить. Вот,
Так, хотел сказать, Иви. И она в блоке постояла. Но против теневухи, как вы знаете, блок не работает, поэтому Джет отдуплилась. Опять же повторю, это первый раунд только был. Так, ну что, переходим на второй. Надо было, конечно, графику немножко в игре сделать получше, потому что, видите, немножко негладко все. Окей. Погнали. Твою ж налево, опять начинает выпендриваться. Нет, только не это. Так, возвращаем ее на место. Блин, мина исчезла. Воу-воу-воу, нифига, вот это круто было на самом деле. Мне очень понравился этот удар. Но то, что она сейчас вытворяет со мной, быстро учится, ты понимаешь, мой противник? Иди ты, начал. Что делать-то? Блин, неужели сейчас ушатает меня, а? Пахнет керосином, друзья мои. Блин, теневого удара нету. Ну, ать. Да ну, бросок отнял мало хп. Фух. Все-таки я ее добил. Но у меня у самого, посмотри, сколько здоровья осталось. Великолепно, да какое там великолепно. А, третий бой, это получается босс. Все, все, ребята, я понял. Я думаю, что-то она уж чересчур тут сильна. Поехали. Так, иди сюда. Не надо только прыжки делать. Вот. Она еще и телепортируется, оказывается. Ха-ха. Да ну, блин. Во. Слушай, ну теневой удар наносит вообще по минимуму ей. Так, будем ее тут в углу зажимать. Где ты? Вот. Ать. Допрыгалась? Все, друзья мои, подбили. Три победушки у нас. И Джет сейчас заплачет. Наверное, поменяет свое мнение, а может быть и нет. За босса, в принципе, должны давать хорошую награду. Е-е-е! Новый уровень, 24-й. Близимся к 25-му. Так, монетки, это все понятно? И что же нам выпадет? Опачки. Стальной порядок. Ага, и еще и новый предмет. Пекаль какой-то. Мне так горько, ведь ты права, Джет. Я отрекаюсь от престола. Мы будем вместе искать выживших. Мы не сдадимся. Достойные слова. Императрица, прости, пустошь сделала меня такой. Я хотела восстановить дворец, написать новую историю династии. Ну правильно, после того, как получила, ты заговорила по-другому. Я даже была готова передать тени этого молчаливого парня, тени этому чудовищу, чтобы нас оставили в покое. Какого парня? Джон, где сейчас Мойра? Она гостит во дворце, верно? Она выбежала встречать Маркуса. Мойра сказала, что хочет прогуляться перед коронацией. Она ушла в сад пару часов назад. В сад, ага. Мы, как говорится, пойдем сейчас за ней, верно? Уже безумно. Мойры нигде нет. Даже если она была здесь, ее и след простыл. Погодите-ка. А это еще кто? Это один из наших, бирюзовый лис. Он жив. Он жив, слава богам. Лис, подожди, подожди, куда же ты? Постой! Он убегает, нужно остановить его. Он наверняка что-то знает о произошедшем. Багровый лис, безумно. Задержи кочевника-дезертира. В магазине продается хорошее снаряжение по доступной цене. Помни, хорошая экипировка ключ к победе. Да я это помню, Иту, помню. Нет у меня сейчас финансов что-то покупать. Просто попробуем с тобой разобраться с этим дезертиром. А дальше уже будет видно. Раунд 1. Бирюзовый лис. Вот ты какой, да? Так. Не забывай, уровень сложности у нас безумный. Так что все легко здесь уже не будет. Ха! Ну что, выпали у тебя пуколки твои? Получи плюшку. Ага, ага, думаешь, я туда пойду? Иди, иди, камон, камон. Ну давай, шажочек еще. Ах, ты гаденыш. Вот так вот. Надеюсь, тебе это понравилось. Вставай, родной. Я уже тут. Я жду тебя. Вот Минка тебя ждет. Молодец. И добивочный, судя по всему. Да, ребята, у нас у обоих накопилось теневуха. Так что сейчас начнется. Либо он, либо я. Ну, естественно, я не хочу, чтобы мне достался теневой удар от него. Еще неизвестно, сколько урона мы будем получать.
Так. Ага. Да ладно, я промахнулся. Он, кстати, тоже. Так, змей, змея, отлично. Да, это было глупо. Слушай, не так уж много я наношу урона теневой энергией. Ну, давай иди сюда. Мина ждет, вот она. Отлично. Да чтоб тебе. Ах ты. А он, кстати, мне много наносит урона. Блин, еще ударчик, ему крышка, ребята. Ах, хотел с локтя ему прописать. Так, он достал своими прыжками меня уже, а? Просто подсечка, я его подбил, друзья. Не такой же он и сильный, тем более уровень сложности безумный. Я считаю, что хорошо мы справились. Так, ну что, зарабатываем с вами опыт. Слушай, довольно неплохо дали нам за него. Ну, естественно, монетки, грошики эти и карточки. Оу, дадао, модель 8 и теневая энергия, 15 штучек. Лис перепуган до смерти. Он говорит, сюда приходил тень и спрашивал, где ребенок. Лис отдал тени девочку, поэтому его пощадили. Остальные были убиты, все до одного. Какой кошмар, тень просто монстр. Я остановлю его. Я отплачу за смерть династии. Если тебе повезет, у тебя будет такой шанс. Нам лучше поспешить в ускоритель. Ускоритель еще какой-то. Так, ну что, я хочу, ребят, немножко тут посмотреть, что у нас есть. Ну, во-первых, давай зайдем в магазин. Марафоны, это все понятно. Так, слушай-ка. У нас есть перки новые. Есть. Так, и по деньгам вроде бы все, да, подходит. Давай-ка приобретем с тобой колючка и бугай. Новая карта. Воу, эпический цеп и щит. Ха. Так, у меня еще полляма есть. Но покупать нам, наверное, ничего и не стоит больше. У нас еще гемы есть. Сияющая тьма. Слушай, ну, легендарный шлем хорош, конечно. Так, копье милосердия. Ладно, друзья мои, давайте мы, наверное, с вами на этом остановимся. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!